Новый день, новая посылка у нас. Место Славянск. Так, распаковываем. Пока идет распаковка. Вы также можете присылать свою технику на ремонт только через новую почту. Отремонтируем и отправим вам обратно уже исправленную, надеюсь, технику. Связь со мной по вайберу. Вайбер будет в закрепленном комментарии або в описании. О, кейсик. Нормальный чистенький кейсик. Что тут может быть? Ну, давайте подивимся. Оп. Оп. Надеюсь, такой же инструмент здесь будет. Чистенький. Оп. Ну, довольно чистенький, что у нас. Так, ну, что-то я смотрю. Судя по аккумуляторам, данный инструмент действительно много не проработал. Да. Практически новый. Без имени, без фамилии. Так, этот желтый аккумулятор, это вообще от шуруповерта. Владелец сказал, потом доправит, если я не разберусь с этим аккумулятором. Так. Может, здесь фамилия, имя написано инструмента. Ну, и я так понимаю, что это у нас? Лихон. Может быть. Да. Похоже, как Лихон. Впервые вижу такой инструмент. Лихон. Ладно. Да, ручка вообще новенькая. Да. Так, аккумуляторы, наверное, чуть 3-амперные. Пускаем. Пытаемся запустить. Гаечки такие для диска маленькие. Данный аппарат запускается. Со слов владельца я переписывался с ним. О, интересно, хотя бы скорость, интересно, регулируется или нет. По переписке с владельцем сказал, что да, работает под легкой нагрузкой. 3 секунды и вырубается. Давайте сейчас нагрузим ее древесиной такой. Оп, есть. Ну, сейчас чуть подольше поработала. И не хочет включаться. Вообще. Так, а если перезарядить аккумулятор? Ну что, давайте второй аккумулятор. В принципе, то же самое произошло. Если два аккумулятора, значит, получается, что проблема не в аккумуляторах. Сейчас посмотрим, что у них, что они несут на борту у себя. 20 ровно, 19,4. Так, какой у нас? Так, вот этот больше показывал. Давайте мы его поставим еще на дозарядку. Потом открутим, посмотрим, что внутри. И подключим щупы, и под нагрузкой, когда уже останавливается болгарка, посмотрим, насколько проседает ли напряжение. Так, посмотрим, что тут китаец укомплектовал чем. Что ж ты так... О, вышел. 2-4, мастер все верно сказал. 4 ампера здесь полноценные.
Так. BMS контроллер на 3 моб транзистора. Это хорошо. Я думаю, что навряд ли здесь проблема в аккумуляторе. Я его зарядил. После зарядки 24. Сейчас смотрим внимательно. Сейчас я же подкинул на выводы аккумулятора, щупы. Измеряем сейчас вольтаж. Посмотрим под нагрузкой, будет ли просадка. Блин, без нагрузки, смотрите, 18,5 уже просело, 18,4. Ну, блин. Да, проседает вроде бы. И уже 19,5, а было 24. И что ж он тут проработала, эта баварка? И ушла в защиту, надо только аккумулятор снимать. Второй раз экспериментировал, уходим в защиту при 14 вольтах. Ну, в принципе, да, так и должно быть где-то. Что, проблема в аккумуляторах получается? Здесь особой науки не надо. Вот взял аккумулятор 4-амперный с электропилы. Ну, чуть-чуть он не садится, но клеммы достают. Запускается. И смотрим, что нам может дать нормальный аккумулятор. Ну, уже дымит дерево. Больше не будем насиловать болгарку. Все. Вся проблема просто в аккумуляторе. Фу. Я думаю, более чем достаточно было испытания аккумулятора. Все качество этих банок. Вот жалко. Мы даже взвесим их сейчас. Секунду. Сейчас я его... Так, имеем 665 грамм. Это тот, который хорошо работает. Ну, 680. Взвешиваем тот, что в комплекте у нас. Ну вот, пожалуйста, минимум на 160 грамм меньше. И там точно так же. Такой же корпус будет. Такой же плата BMS. Ну, взвешивая, не взвешивая, имеет 500 грамм. На 160 минимум грамм меньше. Вот такое, значит, качество банок здесь. Так, а болгарочка наша уже запакована, едет обратно владельцу. По какой причине? Значит, написал, что проблема в банках всех. Владелец говорит, посчитайте мне, сколько это мне обойдется. Ну, вот смотрите, если мы берем литокала 3000 миллиампер, стоят они 145, одна штучка. Нужен на 10, это 1450 плюс доставка. То есть на банках мы 1500, только на материал идет у нас полторушка. Вот. Даже вот это я сказал владельцу, он говорит, это большая сумма. Не будем делать и отправляем. Дальше. Еще что. Если мы слаживаем 10 банок по 3000 мА, у нас выходит 6-амперный аккумулятор. Дальше. Фуфловый зарядный пристрой тут. У него ампераж всего лишь 1,2 ампера. Ну, то есть он будет его заряжать очень долго и большая будет нагрузка. Он даже эти заводские, оригинальные, так сказать,
родные, заряжает и греется. Вот так вот. Так, ну и комментунам, которые там будут писать, что-то ли такало сунешь. Ну, предложите мне что-то по адекватной цене, другое. Ну, только не так на, в буквенном индексе, а кидайте ссылочку, чтобы я посмотрел и сравнил на качество. Так что, было кому интересно, цікаво, полезно. С вас лайкос, подобайка. Всем до побачення.